документы у них все сгорели, все полностью. Вот она нашла, он там в углу этот провоз, ну, мужа права, техталон и еще какие-то, ну, обгоревшие уже документы. Сельский дом загорелся в половине 11 вечера. Сильное зарево заметили соседи и сразу же вызвали пожарных. Ждать спасатели местные жители не стали. До их приезда люди пытались потушить огонь подручными средствами. Но справиться с таким пламенем им было не под силу. Чуть позже у дома появился сын хозяина дома. Тут же он бросился в горящее строение спасать своего 90-летнего отца. Вот одежда егошня. Вот горело. Все на нем прям горело. Вот ботинок егошний, где он. На ноге прям сгорел. Вот он тут лежал, дедушка. Андрей Калашников прибежал на пожар один из первых. Говорит, что куры и 4 козы пенсионера сгорели заживо. Я в гараж хотел залезть, а там уже, там и скотина все сгорела, там же все под одной крышей было. Скотина все сгорела, все, и это... Я пытался гараж открыть, а там уже огонь пошел. Там газовый баллон еще стоял. Я не полез. По словам родственников, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. На этом месте находилась веранда, которая соединяла дом с баней. Сначала начал гореть диван, а уже после пламя перекинулось на газовый баллон, который находился поблизости. И за считанные минуты огонь охватил всю территорию. Огонь успел перекинуться не только на гараж, баню и сарай. Спасти соседский дом удалось чудом, говорят очевидцы. У жителей этой же улицы пострадала крыша, полностью выгорели забор и постройка. Пока проводится проверка, предполагаемой причиной пожара является аварийный режим работы электрооборудования, то есть замыкание электропроводки. Также рассматриваются другие версии возникновения пожара. То ли это неосторожное обращение с огнем, то ли это поджог. Пенсионер, который пострадал в пожаре на момент прибытия медиков, был еще в сознании. Андрей говорит, что мужчина просил воды и даже смог рассказать огнеборцам, как начал гореть его дом. Дедушку экстренно доставили в реанимацию. У ветерана Великой Отечественной войны ожог более 90% тела. Пострадавший поступил изначально в состоянии крайне тяжелой степени, потому что массивные ожоги тела, дыхательных путей, поэтому был сразу же госпитализирован. Реанимационное отделение, где находится в настоящее время, состояние крайне тяжелое, с отрицательной динамикой. Перевозить в Челнинский ожоговый центр пенсионера, который находится в крайне тяжелом состоянии, медики не стали. По их словам, ветеран Великой Отечественной войны не сможет пережить транспортировку. За его жизнь продолжают бороться нижнекамские врачи. Вера Муратова, Максим Галимзянов, эфир 24.